Я уж не знаю, что отказало в голове у коллеги Медведева по запойному делу Марии Захаровой, но она взяла и выдала вот это. Обратите внимание, я, честно говоря, сначала даже своим ушам не поверил. Строили демократию, построили диктатуру. Причем худшего образца. Понимаете, в политологии есть разные объяснения насчет того, что такое диктатура, как она применяется. Так это же просто какое-то самое худшее ее проявление. Погодите, это что, она так путинский режим разоблачает? Слушайте дальше. Никаких экономических результатов, никаких промышленных достижений. Наука, культура, искусство, вообще забыли, что там такое. Ничего не осталось. Осталось только полицейское государство. Да уж, вот тут-то и добавить нечего. Разве что стоя поаплодировать самокритике и саморазоблачению. Ну, правда, оказалось, что пресс-алка Шамида решила так пройтись по Эстонии. Но по итогу, как сами видите, смачно пнула родную же державу. И причем лучше даже и не придумаешь.